Всем огромный вечерний понедельничный привет. С вами Озик 51 и обожательная леди босс вумен. И мы с вами сегодня понаблюдаем за нашими взводными покатушками. Привет, привет. Так, ну что, чего мне брать? Десятку или восьмерку? Девятка у меня в бою. Да как хочешь, без разницы. А это у тебя какой уровень танка? Девятый, это арта. Это у Кирилла 50. Да. Ты будешь вести стрим с арты? Да, с высоты птичьего полета. А что твой птичий полет пока в самом-самом низу списка? Ну, это не мешает мне кому-нибудь накинуть и узнать о себе много нового. Я сегодня буду вот этим гадким-гадким артой. Ясно, хорошо. Брат. Ну что же, давай будем выбирать жертву, кого мне первого. Бача тут говорит, светить будет. Ну, я куда-нибудь отъеду. И буду стрелять, куда он мне скажет. Мы сегодня будем голду разыгрывать? Нет. Хотите? Сегодня не будем. Ну, сегодня мы просто, устроим маленькую пижамную покатушечку. А я в свитере. А у тебя дома так холодно? Ну, я, видимо, приболел, у меня, походу, температура, поэтому мне почему-то холодно. Тебя, видимо, морозит. Ну что же ты не бережешь себя? Как же мы без тебя, скажи мне? Так как это же наоборот, тебя. Даже лучше будет, если я возьму больничный на работе. Ай, это... 268. То я же буду больше времени проводить здесь, дома, в танках. Ну, в танках, это в танках. А стримы турниров, это стримы турниров. Танки танками, то ладно. А вечером обычно... становится гораздо хуже по состоянию, а нам с тобой стримить турнирчики, нужно беречь себя. Ничего страшного, я обещаю, что завтра в 8 вечера я буду свеж как огурец и стримить турнир. К сожалению, сегодня этого не получилось, но я обещаю вам, ребята, что завтра я с вами. И надеюсь, что ты меня в этом поддержишь. Ну, я максимально постараюсь. Завтра у меня, в принципе, запланировано некое культурное мероприятие, тоже связанное с танками. Причем ну-ка давай-ка поподробнее. И очень желанное для меня. Ну, я очень-очень-очень давно хотела попасть в музей в Кубинке, в танковый музей, сфотографироваться рядом с настоящим Маусом. Возьми меня с собой. Каким образом? Ты далеко-далеко. Всего лишь до Москвы 2 часа самолета. Ты поедешь в музей, полетишь на самолете. А как же твоя болезнь? Нужно ну, все-таки реально беречь себя. Ради танков. Ради танков я готов пойти на жертвы. И даже готов взять с собой видеокамеру и записать там все на видео, чтобы потом... Блин, все на видео. Тебе придется на видео записывать меня, потому что возле всех танков буду я. Танков буду я. А как же ты сам себя будешь снимать, скажи мне? Век, так сказать, новых технологий. Можно там поставить что-нибудь сделать. У нас в городе какая-то вообще неопределенная ситуация. Я думала... на расстоянии вытянутой руки. Так тоже можно, между прочим.
Я Ой, ну тапочку как назад. попадание? Я отойду назад, ну блин. Как я по мини-вафле попадание, если я попала? У меня всего 4 У нас хп тут было. с другой стороны. Под названием слив. Я думала, операция капец. Ну, кому как удобнее на самом деле. Вот, так что завтра хочу попасть в музей, потрогать все танчики. Вот, если мне разрешат это сделать, если нет там никаких ограждений. Фотографии открывала музея, но, честно говоря, не помню, ограждено там что-то или нет. А так очень хотелось, сколько читала про этот музей на офсайте World of Tanks. Ездили туда мои знакомые танкисты, звали меня с собой, даже предлагали приглашения специальные, вот, когда собирали там танкист. Я знаю, что я тебя попрошу сделать. Ты там возьмешь какой-нибудь сувенирчик и отправишь мне почту. Ай. Ай, отгребла. А я в свете. Куда же я еще отъехала-то? Ой, тут столько друзей едут. О, минус один друг. Друг ПТ. Ай, Хэвик, не стреляй в меня. Ай, все, это крышка. Мы отбивались как могли. Ну, плоховато. У меня по дамагу чуть-чуть больше 3000. Хо-хо-хо. А у меня нет 3000. Это все равно печально. Ну, я хочу тебе сказать, что в октябре у меня будет отпуск, и я обязательно съезжу и посмотрю все воочию сам. Ой. У меня уже есть боевое задание нафотографировать хорошенько танки и скинуть их фотографии этих танков по почте уже некоторым знакомым, которые не смогли пока побывать и в ближайшее время не смогут посетить этот музей. Вот. Ну, с тебя сувенирчику все равно, с тебя сувенирчик. Я так понимаю, это какой-то типа, я не знаю, там... Можешь настоящего Мауса мне пригнать? Их же всего говорят по штуке. Не слабо, правда? Ну, ты представляешь, всего не два знаю, штуки, у меня есть и Маус. Увижу я один. Ну... Ну что ж ты будешь делать? Ну, батчат, ну добери ты его. Я уже до 3000 додамажился. Да ты молодец, батя. Пока там из 4 поднимается, нужно 54-ку забрать. Ну, арта у нас тащит. Ай, 54-ка сейчас... О, не затаранила. Вау. Тут вся команда за бачата болеет, который должен тебе подсвечивать. Три арты у команды противников. Ой, блин, я так и знала, что сейчас... Мама! Мама! Ты смотри, что делает. Твою и нашу. Не, эту ну, компанию. Я двух как-то выжил. Блин, пусть батчат едет и берет медальку за 8 фрагов. Я думаю, ему нужно сначала забрать ИСА-4, а как это сделать, я пока не представляю. Но все арты на КД можно, в принципе, как-то рискнуть. Там у ИСА, блин, еще 1000 хп. Ну это же батчат, пусть вот объезжает, вот так, вот и сюда идет.
Только, скорее всего, мне кажется, он на зелени на 2-1 встретит карту Пекинг. Блин. Блин. Не, ну арта жестко зафокусила, очень. Ты знаешь, вот эта вот арта, которая в том числе батчат, она мне, вот разве что она конкретно мне жизнь портит. Не могу сказать, что вся арта меня достает, но эта арта, да, она начинает закидывать с барабана. И это вообще. Ну, видишь, они по тебе стали как все работать. Вокруг все обстреливать. Просто негодяи. Ай-яй-яй. Батчат ВС, батчат. Ну ладно, наш батчат в этой битве с батчатом победил. У нас еще две арты. Да ладно, стал бы уже при захват базы, что ли. Так, похоже, пора снова делать себе чай. У То я меня здесь пока разнервничаю. кофе налито, поэтому. Честно говоря, предполагалось, что там не один захватчик, а двое, как минимум. Какая война происходит? Ну, война, по крайней мере, взял. Ну, ему-то хватит, но у нас все равно проигрыш в итоге. Ну, ха, везунчик. О, я выиграл стабилизатор вертикальной наводки, усиленный приводы наводки, Ой, лучший взгляд на слушай. просвете, орудийный досылатель. Я, походу, выполнил Я боевую задачу. выполнила только что. И вместо ЛТП, я так понимаю, мне начислили сейчас золото. У меня добавилось 850 золотых монеток. А у меня добавился ЛТП. Ну что ж, я тебя поздравляю и себя поздравляю. Мы вместе выполнили боевую задачу. Причем одним махом, и я, и ты. У меня тоже написано «выполнено, выполнено, выполнено». И тоже написано «вентиляция», «вертикальная наводка», «орудийный досылатель», «усиленные приводы наводки», «слотов в ангаре 1». У меня их так дофига, то есть много. Классно, классно, классно! Золото, золотишко! Я счастлива. А скажешь, прикольно? Я с тобой полностью согласен, что это очень прикольно. По крайней мере, слушай, сейчас я знаю, что сделаю. Я посмотрю. 250. В принципе, если мне все вот это продать, то, что у меня тут есть, то мне хватит, чтобы купить ИСа третьего. В смысле, чтобы... Что ты собрался продать? А, все вот эти модули и так далее, и тому подобное. Слушай, ну если мы покатаемся на 8 уровнях, ты так нафармишь денежков. Зачем тебе все продавать? Оно тебе понадобится? На того Или же не ИСа третьего. Понадобится? Ну как бы да. Ну, давай тогда что, фармим? На 8 уровнях? А может выкатимся, раз уж такое дело, на ЛТП? Ты что?
Не-не-не, я ни одного боя на нем не провела, у меня стоит в ангарчике. У меня просто стоит, ну, потому что это подарочек, ну и пусть стоит. Не-не-не. Я не хочу малышню. Ну, поехали фармить, так фармить. Но мне что-то не нравится так фармить, как это показано сейчас. Ну, надо стараться. Я вот знаешь, что думаю? Чего? А может мы устроим стрим 2 плюс 1, то есть будем брать Ты кого-нибудь увидел на Твиче подписчика? то, что Смурфик подошел, да? Нет, я просто посмотрел, что наши любимые зрители, Вонлик, Смурфик, я уверен, что много других ребят, чего бы не прокатиться. Ну, в принципе, я не против. Можно и прокатиться, почему бы и нет. Ребятки, если есть желающие прокатиться с нами, недолго, то, пожалуйста, подписывайтесь на Твичик или пишите в личку Озику, потому что создатель взвода именно он. И возьмем кого-нибудь с нами проехаться. Будем тащить Сморфик, вместе. у нас пижамные покатушки. Только я в Да. свитере. Потому что Озик приболел. Чувствует себя неважно, но решил создать мне компанию, чтобы не было мне скучно гонять в рандомчике самой. И Все было поехал на самом деле вместе. не так. Да? Я пришел Как? с репетиции, уставший, весь больной. А вот видите, у нее вроде леди, но потом босс идет такой. Вот она в приказном тоне сказали вам, чтобы я создавал и стримил. Ты что? Но я же шучу, но не переживай. Я думаю, люди у нас с Сейчас чувством кто-нибудь юмора. поверит, подумает, ох, какая! Нет, я не, конечно, это, ну, не то чтобы совсем не такая, но не такая. Да нет, на самом Если деле я заявляю человек болен, нужно все-таки его поберечь. на весь Твич я заявляю, что Леди Босс очень даже переживает за всех и за все. Поэтому она не такая плохая, как вам всем кажется. Яга, что-то мне очень тяжело нервничать. Да Кого ладно, из вас? никому ничего не кажется. Все нормально. Ой, так, что-то скучно здесь стоять. Нужно ехать и нагибать. Поеду в атаку. Что-то мне тут вот именно вот этого я и ждал. Тебе есть кого нагибать? Да, тут столько, как тебе сказать, вылетело нагибунов или нагибаторов. На самом деле это Ну, все в очень общем-то, все. печально. В общем-то, все, что я хотела сказать. Центурион, ну ты давай там прикрывай меня, чё. Я пошел танковать. Арта наша еще и мажет. У нас прям всем ребятам на Твиче Что? очень-очень нужно зубы лечить. Что, зубы всем лечить?
да, всем к стоматологу, и Онлику к стоматологу, и Лизе Смурфику тоже к стоматологу идти. Вот. И не настроены они, ни один из них, покататься вместе с нами. Ну, никто не хочет нас поддержать. Что ж, поехали дальше. Чего? Ну, конечно. Пока что никто не отписывает свой ник. Ну и ладно. Кстати, хочу сказать, если наберем 100 зрителей, то леди у нас будет включать вебку. Так, ну ладно, выхожу я тогда с боя. Давай, я тебя уже жду в теплом ангарчике. Я вот сейчас тоже нахожусь в теплом ангарчике. Так, так, так. И вот так. Ух ты! А мы в топике. Да. Только я вот сейчас стою и соображаю, неужели мне нужно теперь в город идти? Нет, тебе не нужно идти в город, тебе нужно приехать вот сюда вот. И тут можно потихонечку выкатываться и убивать тех, кто будет ехать там. Онлик признался, что он из города Бой Славутич. начинается. Ну, они там с Лизи с Мурфиком переписываются, кто из какого города, когда кому идти к стоматологу, одному на 2 часа, а другому на 3 часа. Вот. Так что у них проходит сейчас знакомство между собой. Ну, ребят, к вам вопрос, а в каком городе вы пойдете к стоматологу? Наверное, Смурфик и решил поинтересоваться, а вдруг они и идут еще к одному и тому же стоматологу, но один идет на 2 часа, а другой на 3 часа. Вот. А ну-ка, корректируем мои действия дальше. Вот тут вот аккуратненько высовывайся, и вот там борщиков всяких. Кого достаешь, М103 справа. Не лезь так далеко. Назад, 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 назад. Смотри, что это слева творит. Слева было очень даже ничего. Вот я об этом и говорю. Текай. Вот тут вот в низиночке играем и все. Да что они ко мне пристали? Они туда Ай-яй-яй, хотят. ай-яй-яй-ай-яй-яй. Я на перезаряд Блин, и пока что да что абсолютно он ко мне ничего не могу пристал? Глянь, придумать. какой стоит. Сколько ж тут этих борщей? Сейчас будут вываливаться меня, чтобы забрать. И тебя. Давай тоже оттуда как-нибудь, а? Боже мой, да сколько же можно-то, а? Прямо таки насыпали, что не унесешь. Что-то да. Блин, и дальше подсветили, а? Что-то мне очень не нравилось и забрала меня. Арта. Да.
Смурфик пишет, что сегодня весь день ждал стрима в 20 часов, а его не было. Вот так. Лиззи, Смурфик у нас с Ростова-на-Дону, отвечает. А я видел. Угу. Все ПТшки дружно в ряд покидают наш отряд. Нафиг, я тоже буду валить. Если они все или нет, то мне тут точно делать нечего. Не попадайте в меня. Не, ну это какой-то бред. Ну куда они все убегали? А у нас победа на учёте. Ну, хорошо. Поехали дальше. Чё ты там смотришь? Ой, ну, поболеть. Ладно, хватит с нас одного болеющего, которому нужно поправляться. Да-да. Вот будешь приезжать ко мне лечить меня. Слушай, ну ты наивный. Чтобы к тебе приехать, тебя полечить, это слишком далеко ехать надо. Всего 2 часа на самолете. Смурфик, у меня, как ты видишь, в ангаре нету 5-6 левелов. Да и не будет, наверное, никогда. А это печально. Вот твоя совзводная, например, не отказалась бы покачать СУ-100 до СУ-152. Что ж, подожди тогда. Я посмотрю, сколько стоит тигр второй. О, я могу купить. Ты же собирался оформить на что-то. Ну, кстати, он тут по акции. Я могу уже купить тигра первого. Я хотел оформить на ИСа третьего. Ну так что же, покупать? Давай, давай фармить. Да ладно, давай попробуем. На восьмерках я возьму 50-100. А ты своего ИСа шестого. В личку мне написали, девчонки, возьмите во взвод. Что-то как-то... Не катишь ты на девчонку. Вот что-то совсем нет. А мы опять в топе. Ну, надо тащить, видимо. У нас на Хелкате третья снизу. Никнейм девочка 6 лет, не обессудьте. Также есть у нас Раечка на Е25. Прямо как минимум 3 девушки, ну по крайней мере по никнейму в команде. Это что означает? Не знаю, я боюсь предполагать. Вот то, что боишься, то и будет. Не, я буду тащить сейчас, вот смотри, я боюсь. За всех, за нас троих, да. Девочек в команде. Я думал, это означает, что ты их сейчас будешь вербовать в клан. Ну, относительно девочка 6 лет, не обессудьте. Я сомневаюсь, что там девочка. Все-таки персона женского пола вряд ли. По роду деятельности я уже давным-давно знаю, что все женские ники — это девушки. Да, допустим, Озик 51, хоть и женский ник, но, как оказалось, я мужчина. Это женский. А, то, что мне сказали, написали девочки, возьмите во взвод, да? Mm-hmm. Совсем не женский ник, а еще сегодня в личку написали, прикольнулись о том, что посмотрели наш женский стрим относительно КБ, когда мы катались, да, и ты был с нами, был у нас в гостях. И написали, что это был стрим, который нужно было назвать Оги и Кукарачи. Вот так. У каждого свое видение. Ну,
На самом деле я не обиделась. Думаю, ну и ладно. Подумаешь. Так и так. Ой, меня тут давят. Нужна, наверное, помощь. У меня тут выманивают пульки и дают по голове. А я прям вижу, что меня целит авто. Ох, отбил снаряд ИСУ. Это так воодушевляет на самом деле? Внушает надежду. Да, что со мной еще не все потеряно. Ай, не попал. Сбил гусеницу. Типа 59-м. Не спрашивайте, зачем, я сам не знаю. Вот захотелось мне сбить ему гусеницу, чтобы он постоял и подумал над своим поведением. А мне нужно уйти на КД, я с одной пулькой всего. КДшцы? А там от КДшцы 50-100 на тебя может выехать. 50-100 шотный, я его заберу. Ладно, задолбал меня этот китаец, я буду стрелять долго. Я опять отбил снаряд ИСУ 152. Раечка согласна вступить в женский клан. Это прекрасно. Да? В пылу битвы даже не заметил, что ты успел завербовать. Угу. Так, ну сейчас мне понадобится несколько минуточек, чтобы хотя бы отписаться ей. Добавить ее в друзья. Ой, да у нас везде победы. Слушай, замечательно. Может, мы Раечку возьмем к себе во взвод? Ну, решайте, вы же у нас босс. Биг босс. Можно не так официально, я стесняюсь так. Да ладно. Ты только нику и кинь. Нет, нет. И тишина. Я переписываюсь, я переписываюсь. Сейчас я узнаю, с микрофоном ли она. После того, как она ответит на этот вопрос, я спрошу, есть ли у нее 8-й уровень. Потому что с нами она играла. Хотя я могу посмотреть. Сейчас сама. А, вряд ли. Мало боев у нее. И 8-го уровня у нее нету, наверное. 7-й есть. Есть у нее есть 3-й. Провела она на нем 2 боя.
Ничего себе, Что докачалась. ж, шикарно. Я вот думаю, продать, не продать ЛТП. Зачем он мне нужен? Ну, смотри сам. Да, вроде 170 тысяч это два боя на ИС-6. Ну, Ну, я же может быть, говорю, у меня он три. стоит просто как подарочек, и все. Видишь, да, за золото нельзя его продать. Да? Да, очень жаль. Ой, мне, кстати, нужно завтра продлить премиум аккаунт. Заканчивается премиум. Ну, давай попробуем позвать ее во взвод. Кидай ник. Да, сейчас кину. А, правда, она отписала, что в такое время у нее спят дети. Поэтому вряд ли она с нами особо поговорит. Ну что ж, будет просто нагибать. Так, сейчас я танчик поставлю. Ой, она сейчас закинет сосом третьим. Я, наверное, тогда возьму борща. Хотя, ладно, лучше 50-100. Посмотрим, куда нас закинет в самый топ. Да нам сегодня Автоп и просто везет. закинула. Ну, мне нравится на самом деле райчик, у меня 2К боев нет еще, а из третьей уже есть. У меня за 2К боев уже был бачат в ангаре. Умницы. Я не смогла играть такими темпами. Нет, ну я просто докачалась до Хелката, до своего любимого, который мне очень понравился, и просто не хотела с него уже слазить. Играла, 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 пока не наигралась. Так. Ну не, я катался, у меня и квас был, и хелкат, да, там среднячковские роки, всякое такое, Края. но... 1-1-1. У меня голосовая связь что-то не работает. Ну, все у тебя работает. Ясно. Хорошо. Поеду займу позицию. Но я тоже занимаю центр. И буду там всех пью-пью. А ты меня слышал, да? Через Да. голосовую. Было слышно меня? Что? А было меня слышно? Через Нет. голосовую. Видишь, я же говорю, не работает, лагануло. Да ты посмотрите, как он меня пробивает во все щели. Сейчас, чувак, ты меня, ой, еще и встретил. Еще и арта. Мне сегодня везет. А я ушла на КД. Я же говорю, у меня голосовая не работает. Лаги какие-то. Я проверила, в настройках у меня все нормально.
Нужно будет перезагрузиться, тогда я поговорю с Раей через голосовую связь. Ой, у нас гости сзади. Со всех сторон. Ой-ой-ой, 34-ка поехала по пути. Ой, ну, в общем, это было печально. И грустно, так грустно. Забери 34-ку-то слева. О. Что-то я не тащу совсем. Все болеет, сказывается. Вся команда не тащит. Уже по мне все стреляют. А ты одна осталась. Вот по тебе все ну, и да. стреляют. Сушка слева, аккуратно. Жестокий рандом сегодня просто. Рандом не щадит. Так, ну что, связи у меня так нет. Я, наверное, перезагружу игру. Угу. Давай перезапускайся. Смурфик, какой песня? Потому что я несколько пел, я не знаю какую. Возможно, можно последнюю. Про любовь и про что там было еще? Про войну. Последняя песенка. Я не помню, что я тебе последнее пел. Нам. Всем вам. Девушкам. Да, женского отдельного батальона Босвомы. Ути-пути. Я Рай написал, что первую. Что я первый пил? Про войну я знаю, но другую. Смурфик, моя, твоя, не понимаю. Ну что ж ты там? Ну я перезапускаюсь, да. Ты не боись, жди меня, я вернусь.
О, да. Ой, да Не ладно. плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди. Вот я и вернулась. Ура! Погнали дальше. Видишь, как нас рандом ждал, прямо-таки ждал. Чтобы закинуть нас, короче говоря, очень красиво. Да, короче, все круто. Ой, у меня фугасов на ИС-6 нет. У меня тоже здесь фугасов нету. Рай, привет. Меня зовут Любовь. Я заместитель командира женского клана Boss Woman. И относительно вступления твоего в наш клан, мы тогда уже завтра поговорим, потому что уже поздно. Не будем тогда тревожить твоих деток, которые отдыхают. Ты меня хоть слышишь? Ну, я тебя слышу. Я Ну, согласна то, что вступить ты. в женский клан. Детей, да, не будем будить, а то у меня ребят спят. А что она отвечает? Нет. Мне Я просто не интересно. укурил. Что значит нет? Это типа она меня не слышит? То есть... Как она могла тебе ответить нет, если она Ну тебя да. не слышит? А, так, это знаешь, как в этом... Ты что, не мой он? Да? Ну это в этом фильме, как его... Да, А я помню. бриллиантовая рука. Ты чё, это глухонемой он? Да. Так и она. Ты меня хоть вообще слышишь, да? Нет. Проходи налево и давай вот эту вот штуку давить. У нас уже сейчас полкоманды нет. Ой-ё. Ой, рикошет. Ой, я рикошечу от него. Так, смотри, я тебе не помощник. В ангаре. Бррр. Так, ну что, я думаю, что можно эту сливную цепочку, собственно, и прекратить. Нет, нужно возвращать пациент и нужно тащить. Поэтому сейчас поедем на десятках. Я боюсь, что нам это не поможет. Мы будем стараться. Отгребает еще и наша Рая, которая нас не слышит. Ну, она забрала вафельку, так что это и есть буду. Ну, не знаю, успею, не успею, я поехала на базу, там уже всех убили. Сейчас мне просто в задницу накинет он из шестой, который так меня ждал. Бам. Накинул. Бам. Бам. Слушай, ну у Так Раи прикольно. нет техники выше 8-го уровня. А это печально.
бам. На самом деле, бедная Рая, у нее это получается четвертый бой на ИСе третьем и четвертый бой с Лив. Ноль побед у нее на танке. Слушай, Мне я ее могу, прямо конечно, жалко. взять 13.90 и пытаться тащить на нем. Ну. По-моему, меня оставили в одиночестве. Правда? Кто посмел? Ну, ты молчишь, со мной не разговариваешь. Раечка пишет, что плохо было слышно, а громче делать не может, потому что наушники нужно искать. Не зап... А, это ты ей отвечаешь, не запаривайся, я думаю, смотри, крутая. Плоховато нас поставили. Получается, наш из третий напротив девятой вафли. Ну, что ж поделать, баланс, баланс. И снова процент на победу довольно-таки низкий. А я поеду все равно светить. Ну, а я пока на КД. Две Москвы во взводе. Одна Москва 77, другая Москва 88. В команде напротив. ЕСТО и Арталорка. Так, ну я пока тебе ничего не помогу, я на КД. Ну, как перезарядишься, нужно убивать 13.90. На чё он испортит всю игру. Смотри, как он едет сюда, неосторожно. Вообще, на самом деле, просто супер нагло. Из-за него я уже отгребаю. Он тебе и седьмой. Ну, я пока уехала за Света. Кстати, из седьмой мне и навалял. А теперь арта еще рядом шпулянула. Ну, правда, ничего не сняла, но приятного мало. О, еще отрабатывает арта. Так я и буду на одном месте стоять. У нас врачка умрет. Угу. Рая, если есть возможность, уходи назад. Нужно сдавать попой назад, 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 подниматься обратно на базу. Ух ты, посмотри, кто приехал. Ага, вижу, вижу. Москва приехала. Я не пробиваю. У меня аж так хочет быть. Он меня убьет. Прячься. Он меня не пробил. Вот это да. Арта доберет сейчас по-любому.
Представляешь, я его не пробила ни разу. Уже это плохо. Донышко. Плохо, он ко мне ромбиком стоял. Нехороший. Морта ему накидывает кучу. Ой, ты что горишь? Движение невозможно. Двигатель поврежден. Максимальная скорость снижена. Лиховод контужен. Скорость движения и поворота снижена. Броня не пробита. Гусеница восстановлена. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Нет, Рай, ты на него не выезжай, наверное. А едь знаешь куда? Давай, наверное. Ясно. Так, ну что, я теперь от базы никуда не уеду, у меня 208 хп всего осталось. Ну да, тут уже никуда не съедешь. Угу. Так, по центру мне никто не даст проехать, там ПТшка сидит в самом сильном. Ну, думаю, как бы арту найти и наказать. Вообще марку на центре слоит. Это, кстати, очень даже круто. Ой, мне там приветик на твичике. Привет и тебе, Шумик. Есть пробитие. Вам, полуночникам, также приветики, ребят. Есть пробитие. А я поехал за артой. Светить ее, по крайней мере. Ай, ну я все-таки успел кошку забрать. Все, моя жадность. Но ты там как? Едешь. А там уже никого нету. Изрядно общипана, но пока не побеждена. Еду там в сторону нету, оставшихся танчиков. Напрямки ехать можешь. Чего тебя бежать? Ну, я думаю, пока я доеду, всех уже уничтожат. Так ты бы ехала напрямки, зачем ты объезжаешь? Ну, боюсь, да, тут остался один из четвертых, сейчас... Сейчас еще и собственный батчат с команды затаранит тут меня насмерть. Видишь, пока еду, всех там уничтожают, убивают. Ну, я думаю, да, есть 4. Быстро закончился. Но мы затащили? Ну да. Команда затащила. Нет, ты тоже, наверное, затащил. Ну, я старался. Ну, так для того и 90-ка брал.
Зато у Раи теперь есть победа на ИСе третьего. Да-да, с чем ее можно поздравить, в общем-то. А вот тут у торты нет. Посему. Ну, наверное, хорошо, что нет. Нет, плохо. Кого мне убивать? За кем мне ехать? Подсвечивать, там, я не знаю, Ну, я поеду на вражеские горочку, танки. а ты сможешь занять квадратик А0 и оттуда расстреливать горочку. Так меня 75-ка засветит, и меня вынесут. Кто тебя вынесет? Арты-то нету. Шутят тут танкисты. Ну да. Пишут, возраст 11+. Какие условия для вступления в клана? Иметь клавиатуру и мышку? Ну, замечательные требования. Ну да. Взрослые дяди на своих больших танках. Даже бедному 90-му шопом отойти не дают. Весь барабан выпустила в 34-ку, пробила только один раз. То, Ну что он там ты... же еще и за камешками. Да, тут очень сложновато, но их тут много, поэтому... Слушайте, уже раздамажили Да я враги. говорю, у меня тут бачат и 62-ка, и не хотели почему-то меня выпускать наши. Я больше всего не люблю в этой игре, когда собственные сокомандники тебя же зажимают, таранят и... Сплошной негатив. Эх, защищал нашу раечку, но не хватило. У нас, оказывается, гости на базе. Ну и я давно за ними наблюдаю, у меня была перезарядка. Ай-яй-яй, не успел я его добрать, ну да ладно. Нету, не наш. Ну, думаю, ты его отсюда не увидишь, и лучше тебе помочь вот с пошиком. Ой, мне всего две пульки осталось, не знаю, И у смогу ли я него помочь. 258 хп. Ну, как бы я вижу, но есть у меня проблема свойства, вернее, ну все, с ним справились. Свойство не пробивать. Ну, у всех бывает. Ты не расстраивайся. В этом нет ничего такого прям-таки страшного. И что ж. У нас есть вторая победа в Раечкиных
достижение. На Раечкином, да. И все третьим. Причем сделанное в нашем взводе. Прямо таки можно сказать, что мы статистику поднимаем. Наверное, да. Ну, у нас вот Раечка, это, я так понимаю, новобранец клана Леди Босс Вумен. Тьфу. Ну, что, почти, что почти. Я уже говорю, да. Босс М, да? Босс В, да. Все поперепутал. Все, мне пора скорую вызывать. Да, потенциальный новобранец нашего женского клана Раечка, с которой завтра уже днем проведем беседу, все обсудим, все за и против, вот, чтобы ее поступок, вступление в наш клан был обдуманный, вот, чтобы, ну, чтобы потом не уходила от нас. Да, да, нет, значит нет. А я светить вот сюда под камушек. Вот, ну и у Раечки пока что недавно, я так понял, она начала играть, и поэтому у нее максимальный уровень 8, то есть 3. Она за 2000 боев докачалась, поэтому и катается на все 3. Ну вообще она умница. 2000 боев у нее еще нет, а из 3 у нее уже есть. Целеустремленная девушка знает, что ей качать. Я На тоже самом деле, помню, из третьей, как да, я... обязательно должен быть. Я сам вспоминаю, как я просто грезил, когда я качал себе ГВЕ Е100. И, ну, на тот момент ГВ Тигра я себе еще качал. Вот, потом он там стал ГВЕ Е100. Вот, и качал себе ИСа 7 просто с неистовым наслаждением я сидел. Кстати, я не знала, что поставила себе мод «Не мешай стрелять». Вот 121. На самом деле, это не лучшая твоя идея. О! Собрата моего грохнула. Ой, да укладку с 7 разорвали. Какой ужас. Ой, тяжелая позиционная война. Я, наверное, сюда просто возьму слиняю.
и врежусь в камень. Ну да ладно. Что же, я смотрю, у нас там Рай пытается тащить. Да, Рая до сих пор еще жива. Я на КД. Попробую забрать РПЗ-100. Что же, я смотрю, противники убивают даже своих. Ну, в принципе, все верно. Без своих, чтобы чужие боялись. Ой-ой-ой. Там кто-то приехал. Ой-ой-ой. Наблюдаются большие проблемы. И нужна помощь. Все, Раечку уничтожили нашу. Да, и, ну, не знаю, затащим сопли или нет. Учитывая, что сверху еще Бачак, Сентурион и четвертый. Афошек делает выход в ангар. И ожидает Центуриона, который, видимо, хочет меня добрать. Грамотнее четвертый едет лицом ко мне на захват нашей базы. Очень смешно выглядит, но, блин, не страшно. Ай-яй-яй, а я на КД, а за мной гонится Центурион. Я тоже не вовремя на КД, решила уйти на КД, потому что никого не было. А получилось так, что они теперь все выехали, причем все вместе. И на самом деле очень плачевная ситуация, потому что с одной стороны меня зажимает Центурион, с другой стороны у меня шопинг Е4, и что делать? Ну, я рискну и пойду убивать Центуриона. ГГ. Так, теперь вернемся за Е4. Да, есть минус. Я побежал по-быстренькому за Артой. Ну, а тут на меня едет батчат вражеский. Придется пробовать встречать. Ну да. Я предполагаю, он разъезжается. Все, есть варианты умничать, да, как добрать его. Так, ну что, я не знаю, у меня две пульки, надо, наверное, перезарядиться, а потом ехать дальше, верно? Подожди, я тут проверю все. Потом ты поедешь дальше. Нет, мне перезарядиться, говорю, надо. Две пульки просто это мало. Тут у нас была вафля. И если бы ты сейчас ушла на КД, ты бы вообще бы ничего не сделала, а так бы хоть мне помогла. Ну я понимаю, что теперь можно уйти на КД. Да, теперь можно, тут вроде
И она куда-то слиняла. Я объеду через базу. Слушай, ну давай ты не будешь идти сам. Меня подожди, пока я откадешусь, буду ехать за тобой. Вот и вафля, причем полная. Она падает вниз, я побежал за артой. Ну давай. Не уверена, что, конечно, моя вафля ВС. Ой, вот она Бегу, слева бегу, бегу, арта. бегу. Блин, засветит меня. Я на КД. Не засветила вроде. Слушай, ну это очень опасный враг. Трое сейчас отправлю в ангар. Замечательно. Смотри, а то вафля может попробовать выехать тебе в спину. Я скоро откадешусь. Вот она, вафля. Вот она, уезжай, и просто добирай. Не заберу, там есть кому забрать. Ура, мы затащили. Так точно. И у Раечки есть еще одна победа с нами. Да, скоро, может, даже выровняем ей статистику на ИС-3. Покидает. Давай, кстати, и Смурфик тоже уходит. Рая, спокойной тебе ночи, удачи. Завтра с тобой поговорим обязательно относительно клана. Давай, пока-пока. Взаимно. И у нас Смурфик уходит спать. Не хочет нас покидать Раечка. Я думаю, что она просто не знает, как покинуть взвод. Ее нужно просто выбросить, помочь ей. Помог. Чем мог. Ты помог, да? Да. Ну чё, ребята, давайте, кто с Твича с нами? Во взвод. Пишем либо в личку, либо на твичик. Я жду. Ну что, ребят, кто? Я жду Ник. Видимо, не хотят с ним, ребят, кататься. Ну, поехали кататься тогда вдвоем. А, у нас есть блин-комом. Блин-комом, давай, включай компьютер, а мы пока вдвоем скатаемся. Какой компьютер? Танки? Да, компьютер человек сейчас включит и... Ты говоришь, будто он тебе позвонил по телефону и сказал, Нет, что я сейчас... он написал, сейчас я комп включу, если успею. Я бы не А, успел. Человек, ясно. Ну, включай. видимо, может Оп. быть, с ноутбука. Все, я поняла.
Я вот на самом деле вот все смотрю, мне вроде так хочется вступить в клан, да? А вот понимаю, что времени на клан у меня просто не будет. Учитывая стримы, учитывая все покатушки, я, наверное, просто не смогу кататься с кланом где-то как-то, хотя порой очень хочется покататься, даже где-то покомандовать, но... Ну, на самом деле так и получается. Куча было примеров тому, когда были у меня совзводные, дружили, катались, и ребята вступали в клан. И все, для меня они были потеряны как мои хорошие товарищи боевые, как совзводные, потому что пришлось заниматься делами клана, и ну, ни один человек так просто пропал, погряз, утоп и потерялся. Ну, видишь, у нас как бы с девчонками проще, мы как-то вместе здесь на ESL катаемся. То есть получается вроде как и клан, вроде как и ESL. Ну, вроде как да, но что-то по одному параметру я не подхожу. Нет, я же не зову тебя к нам в клан. Если ты про эти параметры. Я вообще говорю, что у нас как-то с девчонками немножечко с этим вопросом проще. Мы вроде как и вместе, и вроде как и на ESL, и как бы и не разрываемся. Поехали, застримили комбо и свои, нормально. И ребят взяли кого-то с Твича, добрали поиграть с нами. Всем интересно, всем нормально. И нам неплохо. А так, да, вступаешь в клан, там нужно обязательно ходить на тренировки, это значит... Я знаю, кому я пойду в клан. Онлик, возьмете меня в клан? И все отлично А, будет. И и с стрим. кланом, и на Ага. ESL. Все прекрасно. Ой, смотрю, нападают. Давай, сейчас помогу с 430. Да что ж, на ходу даже не попасть. Зато там по тебе попадает 85-й, наверное. Я ушла на КД. Не, это 430-й не попадает. Да, то 75-очка не айс. Тебе бы текать куда-нибудь. Вот из третьей на меня идет, сейчас засветит. Ну да, засветил. Надо. Ай-яй-яй, камешку хотя бы. Ну, в городе у нас дела вроде хорошо обстоят. Ой, давай уже КД, КД. Я так понимаю, по камню сейчас зарядила арта. Ага, сейчас по мне стреляет Е75. Выезжай на Е75, я думаю, что нету смысла тебе стоять под огнем всех сразу. А онлик написал, что в принципе может взять меня в план. Семьдесят пятка. Семьдесят пятка на тебя смотрит, уходи. Прячься. Думаю, вперед и налево. Вперед и налево. Тринадцать Ой-ой-ой. минуса. Бам. Ай. Эх. Никнейм у него босс. Не, я тут очень плохо сыграл, я просто взял и просто. На чем мы продолжим? Да ты знаешь, я думаю, что с такой игрой можно и спать лечь. Ну, кому спать, а кому завтра выходной? Это не означает, что спать не надо. Ну, я предпочту еще покататься, потом тогда в одиночестве городом.
Ну что ж, давай тогда завершающий боёчек и отпускаю тебя спать. Ну давай. Где там твой читерский борщик? Сейчас возьмем борщика. Да, кинула, конечно, просто. Даже восьмерок нет. Ну, я пойду вниз светить. Да. Так точно, тебе 54-ка, поедем туда. Так, и значит, снова у нас такая проблема, что восьмой уровень, получается, у меня танк восьмого уровня, а напротив команде ни одной машины восьмого уровня нет. Да-да-да, я это сразу заметил. Балансер опять отжигает. Это как с Раечкой, да, у нас было? Напротив да, нее да, у нас да. Стояла девяточка напротив команды. Ой, а мне нужна помощь. Что ж, ты туда сам рванул? Там вообще никого. Я с 54-очкой поехал. Ну я как бы еду, но вряд ли я доеду. Да, тебе не надо было сюда ехать. Ну, 54-ку убивай его. Ну что ж ты такой бестолковый? Бррр. Ну, ясное дело, они тебя фокусили первого, как могли. Выносили самого полезного. Так, ну в этом бою, конечно, явно нужно переключиться мне на голду. Среди десяток-то. Ну и да, думаю, да, можно перекатиться на другой фланг и прикрывать наших стяжиков. У тебя там прощение просит 54. Да я прямо обиделся на эту 54-ку, которая два раза не смогла пробить 54-ку и не стала закрывать этот чат. Я их тут, наверное, никак не прикрою, они все за камнем. Вон у тебя Лорейн есть. Точно. Привет, подруга дней моих суровых. Старушка дряхлая моя. Ох ты.
Не знаю, может стоит даже подъехать к ребятам и помочь нашим 10 уровню. Попадание. Блин, сейчас заберут наш свет. Забрали. Что же они все так прям лопаются прям на ходу? Да блин, ну чё попадание? ВБР уже явно против нас. Ой, хорошо. Стреляла в этого самого, попала. Центуриона попала в этого самого. По идее, походу, должна была промазать просто. Надо кого-то из них добирать. Отличненько. Ну блин, Хэвик, наверное, на КД. Да, так и есть. Да, Центурион, получается, безнаказанно забрал нашего Хэвика. Я думаю, перекинься на другой фланг, с этой стороны сейчас может поехать Хэвик. Я думаю, что ты успеешь ему дать пару плюшек, пока он еще едет. Там сейчас 30-ка подсветит, и я надеюсь, авто уберет. Развернись, развернись, вот сюда. Не. Я боюсь, Т-30 сейчас умрет под автой. Раз арта, два арта. О, нормально. Там еще и седьмой. Думаешь, тоже сюда едет? Конечно. Ну что? Я не знаю, где лучше постоять, чтобы их с другой стороны высунься, развернись. Ты все-таки думаешь, что он сюда едет? Да. 82 хп. Высунься по цвете. Ой, я в засвете. Я же говорю, он там. А как он меня может светить, если я должна его засветить? Ну, сила ВБР. Я боюсь, с другой стороны сейчас приедет 100 хэповый хэвик. Ой, едет, 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 слушай, едет прямо на меня. Я прямо видела, как ломаются эти заборы, как идет пыль оттуда. Ну что ж, значится на этом, наверное, на сегодня все. Продолжим уже завтра. Так точно. Ну что, ребят, всем спасибо за ночной стрим. Всем спасибо, что пришли. Приходите завтра в 20:00 у нас будет стрим. Турнира 7.42. Golden формат на ESL. Да, и днем, может быть, мы с Любой что-нибудь еще придумаем для вас. Да, просто застримимся. Тоже, возможно, возьмем кого-то во взводе погонять с нами, у кого будет желание. Ну, а там глянем. Завтра будет день, завтра будут мысли. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Всем пока-пока.